Всем привет! С вами канал Art Money. У нас креветки на ужин. Дима пытается доесть свою кашу, гречку, да? Все будет горячее, горячее у него там. Ну да, может быть тепленькое. Молоко холодное я туда вроде налила. Думала, будет тепленькое. Вот, и потом мы будем кушать с ним креветки. Дима будет, наверное... Нет, не первый раз, но, по-моему, он пробовал. Немножко попробуют креветки. Не знаю, что-то мне сегодня захотелось. Что-то нестандартного, необычного. Будем с ним ужинать по-человечески. Наконец-то первый день после ремонта. Вчера это не считалось, потому что вчера я была очень сильно уставшая. Но я уже все положила. Да? Да? Мышка? Сидишь? Вот, уже все почти разложила. Ну, частично. Вот так уже выглядит она тут. Все немножко там частями навалено. Только сегодня я нашла вот эту вот штучку. Я думала, я ее все потеряла. Вообще не помню, где она находится. Вот. Осталось вот ложечки, вилочки сполоснуть, потому что они пыльные. И туда заложить. Тут я себе, кстати, напиток сделала. С такими штучками десерт. Буквы кролик, кстати. На нее был обзор. Прям они засохшие, кстати. И когда горячий напиток, не кипящий, вот прям вот пройдет минут там 10, наверное, положится. И вот они такие становятся мягкие, такие классные. Вот. Все немножко уже завалено, там немножко мусор уже нашла выбрасывать. Всю ночь я буду ждать, пока горячий. Ах, ты еще всю ночь будешь ждать. Вот, мастера мы сегодня не дождались. В 11 он написал, что он в пути. Через час он написал, что он придет позже, потому что ждет друга, который должен ему помочь линолеум положить. Хотя ему сначала надо посмотреть полы и там кое-что поотбивать. То есть, ну, работа реальная, прежде чем положить линолеум. Вот, а потом часа в 4, то есть прошло 4, 5, 6, часов 6, наверное, прошло. Он написал, что сегодня он не придет, потому что у него другие дела. Ну, время 4 часа вечера было, как бы можно было прийти, хотя бы поотбивать немножко. И на пути или... тоже и буду ронять. Да, хотя бы, ну, что-то поделать. Нет, он не захотел. Не знаю почему, в чем причина. Завтра узнаем, какая у него там сегодня очередная история. Вчера он опоздал, потому что у него рубильник вырубило, а у него там 5 аквариумов с рыбками. То есть, ну, рыбкам надо дышать, и они могут погибнуть. Вот. Ну, я не думаю, что он обманул. Надо все-таки учиться верить людям. Вот. Он опоздал там вчера на пару часиков, что ли, сейчас уже не помню. Сегодня не пришел. А завтра, короче, последний день, и послезавтра у нас... Нет, не скажу. Не скажу, не скажу. Что будет? Завтра придет мастер. Думаешь, он придет завтра? Придет. Я тоже очень надеюсь. Короче, у нас, смотрите, такой стол классный. Я прям вообще обожаю просто этот стол. Я его, когда в магазине увидела, сразу влюбилась. Мама еще, типа, говорила, да ладно, что тут это все неинтересно, некрасиво, зачем тебе он такой нужен? Тебе он быстро надоест, но мы ничего больше не нашли. И, кстати, вот этот вот стол-новинка с такими вот ножками. Они, кстати, металлические. Вот. Новый стол. Обои, кстати, тоже новые, новинка. Прям вот их буквально привезли, и мы забрали их. Ну, там взяли это, два рулона. Они, получается, у нас и тут тоже, и тут. И, как положено, уже там за холодильником. То есть за холодильником я показывала. Там у нас была не покрашенная стена, свекр делал ремонт. А бы как, вот, то теперь у нас там все как положено, все очень красиво. И здесь тоже вот видно. Тоже красиво. Вот. А, и что еще самое главное? Линолеум. Линолеум, он очень прям подходит под саму кухню. То есть, видите, вот он. Цвет такой же, как вот у нижних. И как-то он прям, в принципе, гармонирует вместе. Вот. И столешница у меня, видите, такая же там, дуб какой-нибудь там. Они похожи, и все вместе. Сейчас попробую повыше поставить. Все вместе, это, короче, смотрится просто шикарно. Я просто влюбляюсь в эту кухню. И плюс вот эти цветочки. Они, кстати, какой-то немножко оттенок нежно-фиолетовый есть. Такой же нежно-фиолетовый есть в моей комнате. И фиолетовый цвет у нас с тобой еще в ванной комнате. Короче,
фиолетовый цвет у нас кругом. Свекр сказал, что фиолетовый цвет – это признак того, что человек глуповатый. То есть это вообще не считается цветом, это что-то вообще такое очень плохое. Там кто-то лес ставил. Кто ставил? Дядя нам приходил в прошлом году, ставил. Да. Вот, напишите в комментариях, как вы считаете, что это за цвет фиолетовый. А, типа это обозначает, что человек вообще ничего не знает, ничего не умеет, который выбрал, допустим, цвет фиолетовый, обои, это или вот там все такое. Это там. Угу, и так оно открылось. Вот, то есть, ну, напишите в комментариях, как вы думаете, что такое цвет фиолетовый, что он обозначает, ну, что вообще вы об этом, обо всем знаете. И что там? 6 минут почти болтаю, ну, как так, а? Ну, почему, ну, как вообще получается у вас проболтать 3 минуты и рассказать почти целый день, чем вы там занимались? Когда у нас вообще, кстати, сегодня вечер уже, мы сегодня целый день прождали, убирались с Димой и все такое. Тут я тоже не хотела здесь ничего складывать, но в итоге все так же аккуратно сложила, потому что нам придется вызывать там мастера, что стиральная машинка там потекла. Я ее вчера отключила, и она перестала течь. То есть придется вызывать, блин, это обидно. Это очень обидно, ее опять вытаскивать. Ее так хорошо поставили наверняка там на ножички. Все хорошо. Вот, ну, ладно. Мы будем кушать креветки. Напишите в комментариях, любите ли вы креветки или нет. И ставьте лайки, 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 лайки. Да, Дима? Да, лайки такие. Угу, такие. Я уже часть поела, пока наелась. Решила себе вот это вот почистить все. Не успела. Тут чуть-чуть Диме. Попробуем, как он будет, что. Появится ли у него аллергия и все такое. Пробуй. Ну как? А понюхал креветки. Понюхал? И как? Они вкусные креветки. Какие? Вкусные? Вкусные. Вкусные, да. Жуешь? Я хорошенько. Хорошо жуются? Да. Я зубами жую. Да, молодец. Какие красивые креветки. Красивые? Полосатые, да? Да. Ты их не ел еще? Первый раз ешь? Да. Как-то давно я тебе давала, по-моему, очень давно. Да. Я маленькая буду и ел креветки тоже. Да, тоже. Нет креветок. Хвостик. Да, хвостик. Вкусно? Съел хвостик. Понравилось? Понравилось. Креветка. Такие ловятся лосатые креветки. Нравится? Да. Хорошо. Они все лосатые. Ведь такие мелкие какие-то, да? Они бывают покрупнее. А бывают еще и большие. Да, не чистите. Что там? Не чистите. А, кожурка там, положи ее сбоку на край тарелки. Да. Она вон липнулась. Липнулась? Да. Смотри. Чистится вон волосатые, вот с этой клетка чистится до волосатой. Угу.
вкусно. Тебе понравилось? Понравилось, да. Дима, еще сок сейчас буду делать гранатовый. Да? Я сок буду. Да, ты точно лопнешь. Ням-ням. Понравилось? Ставьте лайки. Да. Лайки. Дети, какой радость. Ты мамина радость? Радость. Да? О, какая полосатая прям была. Наелся? Наелся.